Hello. Nan kamahasho stan kanayigo kane. Kan Tokyo kade. Kairen kegdo. Shano akanai kara. Sorry, я даже не заметил, как я сбился на японский язык, но обещаю, в дальнейшем такого больше не произойдет. Итак, перед вами Токио, город с 12-миллионным населением, город, который с первого взгляда можно принять за любой другой современный город. Но если отвлечься от небоскребов, то Токио – это город небольших районов, в каждом из которых имеется свой шинто-шрайн или Buddhist Temple. Это город, в котором даже таксеры частенько не могут найти адреса, настолько он запутан. Это город, в котором найти соринку на улице чрезвычайно трудно, и, как ни покажется парадоксальным, также трудно найти мусорные бачки. Здесь можно, гуляя по современному шумному авеню, неожиданно за углом найти тихую спокойную улочку с традиционной японской архитектурой. Как, например, эта улочка. И как, например, этот дом. Конечно, этот дом не простой дом, это домик-музей. В нем когда-то жил известный японский скульптор по имени Асакура Фумио. Домик построен в традиционном японском стиле, с татами на полу, которые сделаны из рисовой соломы, с внутренним садиком, в котором Асакура часто сидел и занимался медитацией. Медитация – это неотъемлемая часть японской культуры. Большинство японцев медитируют в shrines and temples, как, например, в этой shrine, которая носит название Meiji Shrine. Эта странная стенка на самом деле бочки с саке, которые были подарены производителями этого любимого японцами напитка. Кроник, как видите, тоже, по-моему, не отказался бы выпить. Meiji Shrine был построен в 1920 году в честь императора Мэйджи. Внутренний садик этого шрайна, где цветут айрисы, считается одним из самых замечательных и красивых уголков Токио. К сожалению, они цветут только в июне, но это местный служитель. Совсем молоденький мальчик. В самом центре города, окруженный глубоким водяным рвом, расположен Imperial Palace. Он занимает довольно большую территорию в центральном Токио. Многие считают, что это the most valuable real estate in the world. Императорская семья живет здесь уже в течение 5 веков. Попасть на внутреннюю территорию можно только 2 раза в год – в Новый год и в день рождения императора. Практически все японцы, несмотря на разницу в их политических взглядах, глубоко уважают своего императора и его семью. Рядом с дворцом находится большая Imperial Palace Plaza, а сразу за ней находится район под названием Марионочи, в котором расположены все центральные corporate and financial institutions. Кстати, здесь на месте здания в Daiichi Life Insurance Company когда-то находилась резиденция генерала МакАртура. Он здесь пробыл с 1945 года по 1951 год. Сразу за финансовым районом города находится самый фешенебельный район Токио под названием Гинза. Я вам показываю ночную Гинзу, поскольку ночью она выглядит гораздо интереснее, чем днем. Гинза, так же как и Санкт-Петербург, была построена на болоте где-то в конце 16 века. Шоган Токугава впервые построил здесь монетный двор, который стал выпускать серебряные монеты, используемые во всей Японии. Кстати, гин означает серебро, а за означает монета. На сегодняшний день Гинза is Tokyo's main shopping area. Здесь можно найти огромное количество гигантских по размеру department stores,
маленьких магазинов, art gallery, jewelry store, огромное количество кафе и ресторанов. Здесь можно купить вещи, которые нигде в другом месте Токио найти невозможно. Здесь, например, можно приобрести варенье из лотоса, которое когда-то очень любил император Мэйджи. Центром этого района считается Hattori Clock Tower. В этом здании находится очень дорогой department store, которым владеет семья, основавшая Seiko Watch Business. Обратите внимание на эту длинную-длинную галерею. На первом этаже находятся магазинчики, на втором этаже находятся ресторанчики, а на третьем этаже проходит скоростная дорога. Это пример того, как японцы используют space, которых у них очень мало. Ну, а это уже часть ночной жизни Токио. Вместо того, чтобы ехать после работы домой, многие японцы позволяют себе на несколько часов расслабиться, либо играя вот в такие игральные автоматы, которые, кстати, носят название «пачинко». Почему «пачинко» не знаю, они очень популярны в Японии. Либо они ходят в рестораны и кафе, где они сидят и пытаются каким-то образом забыть о том, что они делали в течение дня. Судя по всему, они не только едят, но и выпивают. Смотрите на эту толпу salarymen and office ladies, которые направляются после расслабления, судя по всему, домой к своим детишкам и женам. Кстати, сейчас около 10 часов вечера. Как нам сказали, для японца появиться домой после 10 часов вечера совершенно обычное и нормальное явление. Японцы посвящают себя семье и детям в основном по выходным и по праздникам. Но есть целая категория японцев, которые работают до 11 вечера без всяких расслаблений, как, например, в этом банке. Ну, а с утра снова вперед на работу. Как видите, многие еще продолжают досыпать на ходу в поезде, а те, кто хорошо расслабились, те читают газетку. Смотрите, эта девушка наводит на себя марафет, вероятно, не успела это сделать дома. А теперь пару слов о самом метро. В Токио находится 10 подземных линий и 4 наземных, и поверьте, без пол-литра саке разобраться в этой паутине невозможно. Билеты можно купить только через автомат, причем цена зависит от расстояния. На каждой станции стоят так называемые adjustment machine для доплаты, если изначально билет был куплен за неправильную цену. Я думаю, что нам пора отдохнуть от Токио немножечко. Мы еще туда вернемся, а пока мы приехали в местечко под названием Камакура. В течение 13 века Камакура была столицей Японии, и сегодня она является одним из самых интересных исторических мест в стране. Здесь находится 19 Shinto shrines and 65 Buddhist temples. Не пугайтесь, мы посетим всего 4 места. Первое место, куда мы уже, кстати, зашли, называется Hase Kenon Temple или Hasedera. Традиционно посетители храма окуривают себя святым дымком на счастье, как это делает Витас Белый. Ну, а Толя окуривает себя, как вы знаете, круглый год, поэтому он должен быть очень счастливым. Главной достопримечательностью храма является статуя богини Кенон с 11 головами. Каждая голова символизирует человеческие желания или эмоции. Другая немаловажная статуя богини Амиды была создана в 17 веке по указу императора Фочарм. Ну а эта маленькая статуя смешного человечка, которую все гладят, говорят, помогает зачать ребенка. О-о, Вита тоже хочет. Темпл расположен на холме, поэтому, чтобы все увидеть, приходится иногда и поработать ножками. Вот, например, еще одна статуя Кенон
с 11 головами и почему-то 42 руками. Ну, это просто вид сверху на Кэнон Темпл. Еще одна достопримечательность этого храма – это маленькие фигурки святого по имени Джизо Босатсу. Этот маленький святой является покровителем детей и весьма популярен в Японии. Маленькие шапочки и шарфики, которые вы здесь видите, принесены сюда родителями и детьми for good luck. А совсем маленькие фигурки поставлены здесь, чтобы охранять души умерших детей, а также жертв аборта. Толя не зря вращает эту будку. Он хочет просто стать умнее всех. Дело в том, что внутри этой будки находятся все основные учения Будды. И если ты провернешь эту будку хотя бы один раз, то приобретешь все эти знания, не читая ни одной книги. Вау! По-моему, Вита с Белой приобрели столько знаний, что не могут сдвинуться с места. И последнее место, что мы посетили в храме, это буддийское кладбище. Очень аккуратненькое, симпатичненькое. Опять же, видите, с маленькими фигурками. Палочки, которые вы видите, весьма любопытны. На них написаны новые имена умерших, которые им нужны, чтобы попасть в рай. Усталые, но голодные, мы решили поланчевать в местном ресторанчике, там же при храме. Все блюда, как вы видите, выставлены на витрине, и вы можете выбирать прямо по внешнему виду. Но, как выяснилось позже, внешний вид не всегда соответствовал внутреннему содержанию. Next step – Katoku-in Temple. Прежде чем зайти вовнутрь, посетители должны purify themselves, используя воду и специальные ковшики. Главная достопримечательность здесь – это статуя Будды. Great Buddha весит 93 тонны и высотой 11,5 метров. Отлита эта статуя была в 13 веке, и с тех пор она стоит на этом месте и в настоящее время считается одним из главных национальных богатств Японии. Внутри статуя абсолютно пустая, сделана она была из кусков, которые потом были соединены вместе. Рядом на стеночке висят сандали Будды, которые меняются каждый год. В какой бы темпл мы ни заходили, везде мы встречали большое количество японских детей, в основном школьников. Они приезжают сюда большими группами. Как выяснилось, такие field trips в основном связаны с education, а не с религией. В основном с историей Японии. Хачимангу Shrine относится к одному из 10 наиболее популярных shrines в Японии. Бочки с саке можно всегда увидеть у входа в шрайн, но не в темплс. Хачимангу впервые был воздвигнут в 11 веке, после этого много раз перестраивался, и окончательное здание было построено где-то в 18 веке. Шинто-шрайн построены как открытые веранды, потому что они в основном созданы для ками, богов, а не для людей, приходящих сюда. У входа в шрайн висит большое количество деревянных дощечек, на которых что-то написано по-японски. Но поскольку я японский знаю неплохо, я могу перевести. В основном это пожелания на разные темы, включая, например, пожелание, чтобы твоя лошадь не заболела диабетом. Или, например, пожелание, чтобы курица носила яйца с кулак. Вау, здесь даже есть пожелание на русском языке. Желаю здоровья и счастья моей семье, успеха в работе и творчестве и так далее. Другое, чтобы мама Кансей были здоровы, пусть бизнес процветает, всем добра и счастья.
О, а это что-то очень длинное. Беларусь, я Анастасия Лялина из Минска. Очень хочу счастья, много-много здоровья моей семье, любимой мамочке, кому-то еще, любимому сыночку Ваське. Хочу машину. Дальше не пойму. Москва, я бы хотел собачку. Пис. Ну, а эта стена – это экономичный вариант стенки с деревянными дощечками. Я забыл вам сказать, что деревянные дощечки стоят 300 йен. А вот такая вот бумажная записочка, которую, видите, девочка завязывает, стоит всего-навсего 100 йен. Но эта стенка выглядит даже, я бы сказал, более живописно. Кенчо-джи – это первый Zen-буддист темпл, который мы с вами посещаем. Он был основан очень известным Chinese Zen Master, который прибыл в Японию в 13 веке. В Кенчо-джу находится один из самых строгих буддийских монастырей, где монахи проходят усиленную подготовку в Zen Meditation. Естественно, в монастырь посторонним вход запрещен. На Толю монахи произвели очень сильное впечатление. Мы едва его уговорили, чтобы он не записался в монастырь. Но он решил хотя бы помолиться. По-моему, Будда был весьма доволен Толиными молитвами. Темпл и монастырь расположены в весьма живописном месте, у подножья горы. Вид, конечно, очень красивый. Во внутреннем садике, спроектированном, кстати, тоже зен-мастером, форма пруда сделана в форме иероглифа, означающего слово «mind». Well, enough is enough. Пора обратно в Токио. Не пугайтесь, это не бомбы, не торпеды и даже не атомные боеголовки. Это рыба, вернее, туна. Замороженная туна, которую продают на фиш-маркете рано-рано утром. Нам пришлось встать где-то в 4 часа, чтобы в 5 часов попасть на рынок. Теперь мы перебрались в секцию свежей рыбы. Вы видите, как представители wholesale внимательно изучают каждую рыбу перед началом аукциона. Не дай бог, что-нибудь не так. Примерная стоимость 1 килограмма туны на аукционе – $40. Как вам нравится голосочек? Я думаю, что он с успехом мог бы спеть партию Ленского. Как я понимаю, в Японии показывает другой палец, когда сделка не состоялась. Монах из Толи не вышел, поэтому он решил заняться рыбным бизнесом. Но мы его и здесь сумели отговорить. Окей, после распродажи рыбу разделывают, а потом перепродают в рестораны и, естественно, в рыбные магазины. Посмотрите, как рабочий использует ленточную пилу для разделки рыбы. Взял раз, два, три, четыре, и хребта нету. Кстати, всякие моллюски и октопусы также с большим удовольствием едятся в Японии. Сразу же после фиш-маркета мы зашли в близлежащий суши-бар, где у нас на глазах приготавливали суши, используя только что проданную свежую рыбу.
должен сказать, что свежая туна удивительно вкусна. Посмотрите внимательно, как приготавливается суши. Может быть, кто-то из вас захочет это потом сделать дома. Мадам Кроник, good morning. Good morning. У меня к вам есть один вопрос. Вы сегодня уже находитесь в Токио 4, четвертый день. Вы не можете поделиться своими впечатлениями, я бы сказал, самыми сильными впечатлениями о начале вашего путешествия по Японии? Мое самое сильное впечатление, то, что мне очень приятно, неожиданно и приятно для самой себя, что мы органически влились в толпу пожилых людей. Well, на мой взгляд, это вопрос весьма спорный. А сейчас несколько коротких комментариев. Construction Site в Токио отгораживается от тротуаров забором и толстой сеткой. А на заборе развешиваются веселые картинки, так что в результате эстетический вид города не портится и в то же самое время обеспечивается полная безопасность прохожих. Комментарий номер два. Кандамс в Японии пользуется большой популярностью. В городе расположена целая серия магазинов под названием «Кандамания», где можно приобрести кандамс разного размера и фасончика. Если вам нужны воздушные шарики для внуков, могу дать веб-сайт. Комментарий номер три. Студенты, как мужского, так и женского пола, подрабатывают рикшами в районах, где водится много туристов. Похоже, с большим успехом. Комментарий номер four. Это устройство, которое стоит в гостиничном лобби, служит для подзарядки селфонов любого фасончика. Последний темпл в Токио, который я вам покажу, носит название Asakusa Canon Temple. Это место пользуется почему-то огромной популярностью среди японцев. Сюда всегда стекаются большие толпы. Причину этого, в общем-то, никто не знает. Этот темпл впервые был построен в 7 веке и посвящен он богине Кэнон, которая в какой-то степени является японским эквивалентом Virgin Mary. Легенда говорит, что темпл этот был основан двумя рыбаками, которые нашли статую богини Кэнон в близлежащей реке. Как известно, все temples and shrines существуют на донейшн. Кстати, вот те три фонаря, что вы видите в воротах, были подарены Canon Temple гейшами. Теперь посмотрите, как легко и просто молятся японцы. Раз, два, три, четыре. Дан. Бросают монетку, складывают ручки, наклоняются, хлопают ладошки и уходят. Сзади этого шрайна спрятана оригинальная статуя богини Кэнон. Ну, а это разновидность Fortune Cookie, Fortune Sticks, которую можно купить за 100 йен. Из коробочки вытаскивается палочка с номером. В соответствии с номером находится бумажка, на которой написано «Твое будущее». Рядом с основным зданием Temple находится пагода с 5 крышами, которая является самой высокой пагодой в Токио. Тут же рядом находится очередная лапте Будды. На территории Темпл находится длинная-длинная улица с магазинчиками и ресторанчиками, которая называется Inside Shops. Но что любопытно, это то, что эта улица существует с момента создания Temple с 7 века. Сейчас здесь продаются в основном сувениры и еда. Но оказывается, здесь есть 6 семей, которые держат этот бизнес с момента образования Temple Canon. Правда, красиво. Целая улица отведена под такие цветочные панно,
На самом деле это даже не цветы, а лепестки. Свежие лепестки различного цвета. Сегодня воскресенье, и сегодня день детей. Поэтому все эти панно посвящены детям. Представляете, какое количество цветов, разных цветов, надо было вырастить, а потом общипать и привезти сюда в контейнерах, чтобы они сохранили свою свежесть. Смотрите, какое количество взрослых и детей приходит сюда полюбоваться этими картинками. Детишки явно получают удовольствие. Мы много наслышались о районе Токио, который называется Electric City. Это две улицы, которые абсолютно полностью заполнены магазинами, электронными магазинами. Здесь можно приобрести, по-моему, все, что существует на свете, и даже, может быть, немножечко больше. Внутри магазинов я не снимал, но зато я снимал New Product Exhibition in Sony Building. Что из них что, я объяснить не могу, потому что все написано на японском языке. Кое о чем мы догадывались. Например, это Global Positioning System для автомобиля. Вероятно, гораздо более sophisticated, чем сейчас. Ну, а это вы сами можете догадаться без моих комментариев. Собачка-робот очень смешная. Стоит, правда, по-моему, $1700. Ну, а этот медвежонок тоже вроде бы робот, но, по-моему, более примитивный, чем собачка, и стоит дешевле, где-то $850 всего. Рапонги Хиллз. Это место, которое японцы на чисто японском языке, естественно, называют City within City. Центральное 54-этажное здание носит название Mori Tower. Первые 6 этажей отведены в этом здании под магазины и рестораны, а последние 6 этажей под Mori Art Center. Каждый месяц здесь устраиваются международные выставки. Мы застали одну из этих выставок, которая называется United Body Bears. Здесь выставлены 128 медведей. Каждый медведь представляет отдельную страну, которая является членом Организации Объединенных Наций. И каждый медведь, кстати, покрашен художником, представляющим эту страну. Русского медведя я не нашел, зато нашел медведя из Таджикистана. Я думаю, что эту выставку вполне можно назвать «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Последнее, что я вам покажу в Токио, это сумо-рестлинг. Я понимаю, конечно, что для многих сумо-рестлинг не представляет из себя эстетического наслаждения. Но без сумо Япония – это все равно, что Америка, например, без бейсбола. Сумо зародилось в Японии примерно 2000 лет назад и до сих пор является одним из самых популярных видов спорта. Правила здесь очень простые. Оппонент должен вытолкнуть второго оппонента за круг или вынудить его коснуться пола любой частью тела, за исключением ступни, конечно. Хватать за волосы или за private parts не позволяется. Как вы, наверное, догадались, мы с вами находимся не на соревнованиях, а на тренировке довольно еще неопытных борцов-сумистов.
поскольку попасть на соревнования, во-первых, очень тяжело, билеты страшно дорогие, и они устраиваются всего 3 раза в год. Сравнив себя с такими упитанными мальчиками, мы сразу же бросились в ресторан, чтобы прибавить немножечко веса. Благо, что выбор еды здесь настолько разнообразный, что глаза разбегаются во все стороны. Хаконе – курортный район, находящийся примерно в 100 километрах от Токио. Снимаю с балкона нашей гостиницы. Нас поместили в Japanese Style Room, но со всеми удобствами. Вот видите, хостес разливает зеленый чай, тем самым приветствуя нас в своей гостинице. Когда мы остались одни, мы, естественно, решили обследовать наши апартаменты. Естественно, мы начали с ванной. Well, душевая головка нормальная, ничего не скажешь. Ванная любопытная, она маленькая, но глубокая. Вода для ванной подается из горячих минеральных источников, которых здесь в этом районе очень много. А теперь туалет со специальным стульчиком, о котором мечтают все женщины. Здесь идет горячая вода, подогревается сиденье и, может быть, даже играет музыка. Входить босиком сюда не позволяется, для этого даны специальные тапочки. Вообще всю обувь нужно оставлять за порогом, и в комнату входить нельзя. В тапочках можно ходить только по гостинице или, например, пойти в общественные бани. Что я и попытался сделать. Упс, я, кажется, попал не в то отделение. Когда девушка меня заметила, мне ничего не оставалось делать, как к ней присоединиться. Естественно, после бани я почувствовал себя гораздо бодрее. Моя жена Бела очень легко вошла в роль японской женщины. В соответствии с японскими традициями наши футоны были положены прямо на пол. Я отлежал все бока, а Беле хоть бы что... Утром, выйдя на балкончик, я увидел, что погода нелетная. Дело в том, что сегодня мы должны любоваться Фудзиямой. Но сначала мы направляемся в другое место. Место, которое называется... Овакудани. Маленький поезд, а вернее фуникулёр, должен довести нас сначала до подвесной канатной дороги. Называется она Хаконе... Ropeway является самой длинной канатной дорогой в Японии. Сегодня выходной, и нам пришлось отстоять довольно большую очередь, чтобы сесть в cable car. Для нашей группы была выделена отдельная кабинка. Все слегка возбуждены. Окей, мы почти приехали. Под нами виднеется долина, которая носит название Аджигаку, что в переводе означает Great Hell. По-моему, похоже. Я думаю, что вы догадались, что это такое. Правильно, мы находимся в вулканически активном районе. А пары и газы, которые вы видите, выделяются горячими сульфурными источниками.
а это самое популярное место на этой горе. Горячий сульфурный источник, в котором японцы варят яйца. Считается, что каждое съеденное яйцо, которое было сварено в этом бассейне, добавляет 7 лет жизни. Не мудрено, что здесь так много народу. Все хотят жить больше. Даже дети. Этот мальчик наверняка будет жить до 100 лет. Как я уже упоминал, сегодня в распорядке дня любование горой Фудзияма. Как я понимаю, самое впечатляющее зрелище Фудзиямы должно было открыться с этого озера, которое носит название Аши. Кораблики, оформленные в виде пиратских шхун, возят с одного берега на другой. Пират, кстати, один. Второй пират. А вот и сам кораблик. Погода, к сожалению, туманная, все покрыто облаками, естественно, Фудзиямы не видать. Но наша группа не унывает. Одной горой больше, одной горой меньше. Big deal. Окей, давайте вместо горы полюбуемся японскими детишками. Они выглядят просто как куклы. Окей, прогулка по озеру окончена. Next point of interest – Open Air Museum. Музей этот был открыт в 1969 году и представляет собой большой красивый парк, в котором раскидано около 300 скульптур. Большинство из них расположено под открытым небом. Должен вам честно признаться, что посещение этого музея доставило нам гораздо больше удовольствия, чем прогулочка на пароходе. Ну скажите, пожалуйста, как может вот такая скульптура не понравиться? Она, кстати, называется «Miss Black Power». А это probably Sleeping Beauty. Ну, это что-то современненькое. Совсем современненькое. И это тоже. Это, кстати, скульптура известного английского скульптора Хенри Мур. Их здесь примерно 21 скульптура. Это все его скульптуры. А название этой скульптуры я могу только предположить, а сказать вслух стесняюсь. Боксирующие зайчики. А название этой скульптуры не знаю, но очень впечатляющее. Эти пчелиные соты – это не скульптура, это на самом деле громадный лабиринт, внутри которых лазят дети. Как они там не запутываются, понятия не имею, потому что… Посмотрите, посмотрите. Туда-сюда, обратно. По-моему, у нас есть что-то похожее в Chuck E. Cheese, но, вероятно, конечно, не такого масштаба.
Павильон Пикассо был открыт в 1984 году, но снимать там, к сожалению, нельзя. У выхода из музея можно помочить ноги в горячем минеральном источнике. Просто кайф. Из Хаконе мы направляемся на железнодорожную станцию, где мы должны сесть на Bullet Train и переехать в место под названием Каназава. Прошу обратить внимание на ширину дороги и тротуаров. Вы видите, как все очень узенько. Дело в том, что в Японии экономят буквально каждый квадратный миллиметр земли, поэтому дороги очень-очень узкие. Ну, а теперь посмотрите на Bullet Train вблизи. Скорость его составляет 160 миль в час. А точность отбытия и прибытия поездов, по-моему, не хуже, чем в Швейцарии. Well, как вы, наверное, догадались, мы уже в поезде. И нам повезло с погодой. Посмотрите, вы видите Фудзияму? Немногим это удается, поскольку она почти весь год закрыта облаками. Высотой эта гора всего 3700 фит, не очень высокая. И в заключение, пожалуйста, взгляните в окошко, чтобы еще раз убедиться, насколько японцы экономят каждый миллиметр земли, которой у них очень немного. 86% территории занимают горы. And now, bye-bye. Talk to you in next part. Как у нас в Японии на улице Гизаймас, на улице Гизаймас разнеслась весть, что еврейской бабушке, бабушке-старушке, в Киото и Хаконе просто нечего поесть. Сидя на коленях в ланч, обед и ужин, европейский человек жалок и смешон. С нашим ревматизмом стул хороший нужен, и к тому же частикам трудно есть бульон. Ихнюю тамбуру пробовала с дуру, что такое суши, сырой рыбы уши. Тофу брекфест, тофу ланч, тофу на обед. Говорят, полезно, но чтобы вкусно, нет. 100 000 разных темплов и 300 000 шрайнов. Ах, архитектура, ну 31 век. Они так преуспели в смысле всякого дизайна. Косой, но жуть талантливый японский человек. Не удивляйтесь, что я начинаю показ фильма с этой странной скульптуры. Я назвал ее «Памятник вечному туристу». И считаю, что он посвящен нам, родимым. Мы в Каназаве. Это частично старый город с крепостью, а частично современный город со всеми вытекающими отсюда последствиями. С 15 века по настоящее время Каназава является одним из важных культурных центров Японии. Во время Второй мировой войны Каназава практически не пострадала, к счастью, потому что здесь довольно много интересных исторических памятников. Сейчас мы направляемся в район под названием Нагамачи. Это место, где когда-то жили самураи. В основном это одна узкая улица. За длинным глиняным забором спрятаны деревянные домики, которыми до сих пор владеют потомки самураев. Основная обязанность самурая – это бескорыстно служить своему феодальному хозяину. Само слово «самурай» означает «to serve». В течение веков самураи выработали правила поведения под названием «бушидо», что означает «the way of the warrior». Эти правила были основаны на учениях конфуцианизма, шинтонизма и буддизма. Конфуцианизм требовал от них
абсолютной преданности своему хозяину. Буддизм их научил не бояться смерти, а шинтоизм вселил веру в божественное происхождение императорской семьи. Как я, например, верю в божественное происхождение моей супруги. Самураи были в большом спросе примерно до конца XVI века. А в начале XVII века многие из них остались без работы в связи с тем, что наступил мир. Им приходилось переквалифицироваться. Как сказал бы Остап Бендер, самурая из меня не вышло, придется переквалифицироваться в управдомы. Самурайский район находится недалеко от крепости, вернее, от места, где когда-то стояла крепость. Сама крепость была разрушена в начале 17 века, и все, что от нее осталось, это деревянные ворота под названием Ишикавамон. Строение, что вы сейчас видите, на самом деле не имеет ничего общего со старой крепостью. Прямо за крепостью находится Кенрукуэн Гарден. Этот сад признан одним из трех самых лучших landscape gardens в Японии. Когда-то он принадлежал Маэда Фэмили, которая управляла Каназавой в течение 3 веков. Парк этот строился в течение 2 веков и открыт для публики был только в 1871 году. Любопытно, что вода подается в парк из речки, которая довольно далеко расположена, через систему труб, которая была построена еще в 1632 году. Я думаю, что этот цветочек мог бы украсить любой сад. Вы, наверное, уже обратили внимание, какое количество народу в парке. Но парк абсолютно чистый, идеальной чистоты. И все это благодаря работникам садового управления. Здесь, по-моему, на каждое дерево по садовнику. Шучу, конечно, но их очень много. Было бы абсолютно замечательно погулять по этому парку, когда здесь никого нет. Но я понимаю, что это эгоизм с моей стороны даже делать такое заявление. Прогулка по свежему воздуху всегда вызывает хороший аппетит. Это огромное количество мяса, что вы видите, для нас 4. То ли не нравится, как Вита медленно кладет мясо на жаровню, естественно, он взял это в свои руки. Используя женщин как вспомогательную рабочую силу, Толя добился феноменальных успехов. Он зажарил все мясо за 7 минут. Ну а съели его мы еще быстрее. А теперь хорошо попить чайку. Сказано, сделано, и мы в чайной, то есть в ти-хаус. Ти-хаус обычно находится в традиционном японском доме, где абсолютно ничего нет, кроме татами на полу, цветов и принадлежностей, необходимых для приготовления чая. До начала чайной церемонии нам раздали по рисовому кейку.
tea ceremony, или как они называют ее, садо, это ритуальная процедура приготовления, а также выпивания чая. Впервые эта процедура появилась в буддийских монастырях, и к XVI веку она была уже очень широко распространена по всей Японии. Сама церемония состоит из отдельных ритуальных движений, которые должны быть выучены наизусть. У меня сложилось впечатление, что допуск на каждое движение руки должен быть в пределах 0,5 миллиметра, по крайней мере. Если вы мне не верите, пожалуйста, посмотрите сами. В настоящее время существует три основных школы по приготовлению чая. Хотя я абсолютно уверен, что приготовленный чай по вкусу не будет отличаться, вне зависимости от того, в какой школе он приготовлен. Ведь процесс сам ведь чрезвычайно прост. Это берется сухой размолотый зеленый чай, насыпается в чашку, заливается кипятком, и потом взбивается до пены бамбуковой кисточкой. В настоящее время эта процедура чрезвычайно популярна среди простых японцев. Они используют это как хобби. И многие ходят в школу, чтобы научиться этой церемонии. Okay, and now is a taste time. Горький. После чая всех почему-то потянуло на свежий воздух.
Я не думаю, что это из-за чая. Скорее всего, внутренний садик настолько красив, что всем захотелось его просто посмотреть и полюбоваться им. Рядом с парком находится шикарная вилла, которую построил феодальный лорд в 1863 году для своей матери, когда она ушла на пенсию. Должен вам сказать, что, пройдясь по этой вилле, можно точно сказать, что он свою мамочку любил. Снимать внутри не разрешали, поэтому можете поверить мне на слово. Наша следующая остановка – Traditional Handicrafts Village. Это целая группа отдельных домиков, в которых находятся workshops. Здесь можно попробовать себя в традиционном японском ремесле, как, например, эта девочка сейчас расписывает керамические тарелочки. Или эта маленькая девочка приготавливает традиционные японские куки. Все это, конечно, не бесплатно, но, как мы знаем, nothing is for free. Я в кружевах сижу, как царь на именинах. Observation number 5. Все сиденья в японских такси покрыты кружевными накидками. А taxi drivers все в белых перчатках, но не в белых тапочках. Observation number 6. Эту канализационную крышку можно вполне повесить как картинку, если, конечно, стенка выдержит. Запланированное посещение типичного японского дома оказалось весьма любопытным. Нас разбили на маленькие группы, и каждой группе достался свой домик. Do you like Japanese food? Yes. Oh, yes. Very interesting. Yeah, very. Yesterday you ate sashimi. Do you like sashimi? Raw fish. Or fish? Yeah, sushi. With sushi. Yes, yes. We have two boys and one girl. Oh, and they? We have two girls and two boys. Boys. From our daughter, one girl, and from our son, we have two boys and one girl. Oh, two boys and one girl. So we have four grandchildren. We have four grandchildren and two children. Oh, from two children. I see. Mm-hmm. I have four grandson and one granddaughter. Мы находимся в guest room. Обычно guest room выполнен в традиционном японском стиле. Остальная часть дома обставлена стандартной европейской мебелью. По нашим понятиям, домик небольшой, примерно 1000 square feet, но по японским стандартам это luxury. Вероятно, доход этой семьи выше среднего. So, ichi ni san si go, roku ichi. Good. Наша хозяйка по профессии оказалась учителем, но не простым учителем, она учит искусству икебаны.
Сейчас она нам показывает свои работы, три больших альбома. Окей, все было весьма интересно, но пора и честь знать. Виточка, мы провели в Японии сейчас уже, по-моему, 2 недели. Вы можете выразить теперь свои впечатления и ощущения о Японии? Я могу говорить? Да, конечно, конечно. Значит, несомненно, мы вот способствовали дружбе народов. Анатолий с этим не согласен. Когда он предложил свою дружбу гейше, она отказалась, и он очень расстроился. Но Вита, по-моему, его успокоила. Как вы, наверное, догадались, мы находимся in Geisha District. Этот район был специально образован в 1820 году для высокопоставленных чиновников. На сегодняшний день, как ни странно, многие домики еще функционируют. Это домик-музей, где когда-то жила гейша. Мадам Бейм, so far, what is your strongest impression about Japan? You don't let me sleep as I want. Please, tell me at least a couple words. Tell me at least a couple words. What is your strongest impression about Japan? My strongest impression about Japan is people and toilet. Beautiful. Перед самым отъездом в Киото мы забежали в близлежащих с нашим отелем шрайн под названием Ояма Шрайн. Вы знаете, мы так привыкли здесь мыть руки, что кто знает, может, мы теперь и дома начнем их мыть. Этот шрайн был основан в 1599 году феодальным лордом Оямой. А вот и он сам на боевом коне. Другая, более современная скульптура изображает Маза Гуз, который приносит ребеночка. Ну и, естественно, Будда. Любопытно, что эти служители храма находятся здесь только part-time. Остальное время вы их ничем не отличите от остальных жителей города. Мы прибыли в Киото. Это город, который сами японцы называют Ниханно Фурусато, что означает «сердце Японии». Более 1000 лет Киото было национальной столицей. Благодаря американским ученым Киото не было разбомблено во время Второй мировой войны, в результате чего здесь сохранилось более 2000 temples, shrines, palaces and historical villas. Не зря считается, что если вы можете посетить только одно место в Японии, это должно быть Киото. С погодой нам не повезло, идет дождь, а моя камера в дождь отказывается работать. Так что получится, не знаю. Нас привезли в Old Imperial Palace, который уже не функционирует как дворец, но в нем периодически устраиваются какие-то торжественные церемонии. Мне здесь больше всего понравился Inner Garden, который, к сожалению, моя камера заснять почти не смогла, только маленький кусочек. Посмотрите, какая красота.
Я знаю, что я об этом уже говорил, но на дереве невозможно найти ни одной сухой веточки. Вы посмотрите, как все ухожено, а? Абсолютно идеальная чистота и порядок. А причиной тому, опять же, вот эти вот садовники. Вот поглядите, как они работают, тогда будет все понятно, в чем дело. Интересно, как бы выглядел мой бэк-ярд, если бы в нем поработал вот такой вот садовник. Наверное, там было бы чище, чем внутри дома. Упс, Белый, я шучу. Наконец мы нашли решение проблемы для всех женщин, которые хотят похудеть. Нужно начать есть чапстикс. Вы начинаете есть палочками, и проблема еды перерастает в проблему борьбы, в процессе которой аппетит начисто пропадает. И тогда проблема похудания решается автоматически. Ешьте палочками только нашей фирмы «Дома Аригато». И мы стали есть палочками, все без исключения. Даже Бела, которая всегда держала вилку за пазухой, застыдилась и решила, что пора начинать есть палочками. Ну а про Виту и говорить не приходится, ведь за каждую использованную палочку фирмы Gizaimas она получает комиссионные в размере 1 йены. Одно тянет за собой другое. Уж коли вы ели палочками, давайте-ка и раскланивайтесь. Ну а если палочки вам не по душе, то можно есть прям с конвейера пальцами. А это темпл, где снимался фильм «Last Samurai» с Томом Крузом. Нара, первая столица Японии, находится совсем близко с Киото. Тадай-джи темпл является главной достопримечательностью Нары. Этот темпл был построен в 752 году и являлся headquarters of all Japanese Buddhist temples. Считается, что Main Hall – самое большое деревянное строение во всем мире. Внутри храма находится самая большая бронзовая статуя Будды, а вторую по величине статую мы с вами видали в Камакуре. Эта же статуя высотой в 16,5 метров и весит 150 тонн. Потребовалось 5 лет, чтобы отлить эту статую. Обратите внимание на голову Будды, она несколько отличается от тела, по цвету. Дело в том, что Будда терял свою голову несколько раз из-за землетрясений, и каждый раз приходилось ему представлять новую голову. Здесь же находится еще одна статуя, но уже другого Будды, пониже рангом, чем Great Buddha. Персонально на меня произвели впечатление две огромные деревянные статуи, стоящие позади главного Будды. Что они из себя представляют, я, честно говоря, не знаю, но выражение лиц у них довольно свирепое, размеры гигантские, они выше, чем главный Будда, где-то метров по 20 каждая статуя. А эта деревянная фигурка сидит у входа в Main Hall. Считается, что если ты потрешь какую-то часть тела этой деревянной фигурки, а потом потрешь себе эту же часть тела, то у тебя все пройдет. Вот как Бела сейчас пытается вылечить свои коленочки. А, похоже, Вита перепутала голову с коленкой. Рядом с Buddhist Temple находится Shinto Shrine под названием Kasuga. Обратите внимание на эти каменные фонарики, которые стоят вдоль аллеи, ведущей к главному храму.
Чтобы зажечь такой фонарик, нужно заплатить довольно приличную сумму, и чем ближе к храму, тем дороже. Зажигаются они всего лишь два раза в год на фестивалях. Еще один любопытный факт. Шинто Шрайн в соответствии с традициями полностью перестраивались каждые 20 лет. Два льва, один с открытым ртом, другой с закрытым, означают начало и конец жизни. Или, как сказала бы Раневская, затяжной прыжок из открытого рта в закрытый. After spiritual experience мы направляемся в шрайн совершенно другого типа – кулинарный техникум. Здесь нам покажут, как приготавливать японскую пищу. Процесс одевания передников вызвал сильное волнение среди мужской половины нашей группы. Я настолько разволновался, что неожиданно для себя вымыл руки. Итак, мы начали с мисо-суп, весьма популярного блюда среди японцев. Главный трюк в его приготовлении – это очень медленно опускать зелень в рыбный отвар. Упс! Зато Толя блестяще справился со своей задачей. Он сумел сделать что-то такое, что мы, когда ели этот суп, даже не заметили разницы между хорошо приготовленным супом и не совсем хорошо приготовленным супом. Второе блюдо – терияки чикен с овощами – готовили все, включая меня. Посмотрите, как я с большим успехом использую японский метод переворачивания курочки с одного бочка на другой. Скажите, пожалуйста, почему, когда сам приготовишь еду, она кажется гораздо вкуснее, а? Виточка, по-моему, что-то хочет сказать по этому поводу. Будучи человеком скромным, я вам покажу только часть того, что мы сделали за два часа. Ублажив наши бренные тела, мы снова переключились на наши духовные потребности. Мы находимся в одном из самых красивых буддийских храмов – Golden Pavilion. Его не зря называют Golden, потому что здание покрыто тонким слоем золота. Golden Pavilion окружен замечательным парком. И пока вы им будете любоваться, мне бы хотелось немножечко рассказать о двух основных религиях Японии – шинтоизм и буддизм. В отличие от других религий, в шинто полностью отсутствуют святые писания и догмы. Основной принцип – это полная гармония в природе, включая человека. Более того, человеческая натура по своей природе – добра. И зло в человеке проявляется только от индивидуального контакта с внешними отрицательными силами. Поэтому шинтоистские молитвы в основном заключают в себе глубокое уважение и благодарность к природе и к жизни. В отличие от шинтоизма, зародившегося в Японии, буддизм пришел сюда из Индии и Китая. Буддизм рассматривает наш мир как явление временное и считает его причиной всех страданий человека. Но человек может себя самоусовершенствовать, что принесет конец всем страданиям. Главный способ усовершенствования – это meditation. Многие японцы считают, что шинто и буддизм – это две версии одной и той же религии, которые гармонично дополняют друг друга. Окей,
наша прогулка по парку заканчивается. Около выхода мы обнаружили маленький шрайн. Если ударить в этот гонг и задумать желание, то оно может быть даже и исполнится. Чем громче ударишь, тем больше шансов, что тебя услышат. В центре Киото находится район под названием Гион. Здесь сосредоточена ночная жизнь Токио. Эта маленькая тихая улочка под названием Панточо до сих пор является основной резиденцией гейш в Киото. Кстати, гей означает culture, and sha означает person. То есть в переводе на русский язык гейша будет звучать как культурный человек. Не зря же в России есть выражение «приятно пообщаться с культурным человеком». Но здесь такое общение вам может обойтись в большую копеечку. В конце улицы находится театр под названием Gion Corner. Здесь мы сможем познакомиться с традиционной японской культурой. Бунраку – традиционное японское кукольное представление. Оно стало пользоваться большой популярностью в Японии с 17 века. Кукла размером в 2/3 человеческого роста управляется тремя кукольниками. Главный кукольник управляет головой и правой рукой. Кстати, чтобы стать главным кукольником, нужно учиться около 30 лет. Второй кукольник управляет левой рукой, а третий кукольник управляет ногами.
После спектакля мы немножко прошлись по ночному Гиону. Как видите, здесь народу не меньше, чем в Токио. И огней, пожалуй, тоже не меньше, чем в Токио. Мы находимся в текстильном центре, куда мы пришли посмотреть кимоно-шоу. Но до начала представления мы понаблюдали за процессом изготовления тканей для кимоно. Это ручной процесс, естественно, не автоматизированный, специально для туристов, чтобы показать, как когда-то изготовлялись материалы для кимоно. А теперь поглядите, как выглядит законченный продукт. По-моему, очень нарядное кимоно. И, в общем-то, стоит недорого, всего $630. Я знаю, что наша ведущая заплатила за свое кимоно $10,000. За $18 здесь можно научиться стахановским методам изготовления тканей. Еще чуть-чуть усилия, и пятилетка в 4 года будет выполнена. А теперь подошло время посмотреть шоу. Кстати, желающие могут рентовать кимоно. Цена колеблется где-то от $30 до $200 в день. Взять или не взять? В
Вот в чем вопрос. Разговор, конечно, идет о кимоно. Ryomji Zen Temple in Kyoto не менее популярен, чем Canon Temple in Tokyo. Основная причина, почему сюда стекается такое большое количество народа, это Zen Rock Garden. Этот гарден относится к категории так называемых Flat Garden, которые в основном состоят из щебенки, песка и камней. Площадка размером 10 на 30 метров покрыта щебенкой, на которой расположено 15 камней разного размера и разной формы. Почему 15, никто не знает. Почему в такой конфигурации, тоже никто не знает. Считается, что каждый должен найти свой собственный смысл в том, что он видит. К сожалению, у нас не было достаточно времени, чтобы сесть спокойно и попытаться что-то себе вообразить. Мы прошлись по очередному садику, полюбовались на цветы. Еще раз поудивлялись на садовников, которые очень тщательно убирали буквально каждую соринку с дорожки и с газонов. Рок-гарден – это последнее место, которое мы посещаем в Японии. Завтра в дорогу с утра пораньше. И поэтому, честно говоря, немножечко жалко со всем этим расставаться, хотя на самом деле домой уже хочется. Мы едем в аэропорт, пора прощаться. До скорой встречи, только вот где еще пока не знаю. Ах, хороша Япония, ах, как чиста Япония, прекрасная Япония, но раз второй шалишь. Домой вернулась бабушка, домой вернулся дедушка, и в ностальгии чапстыком едят гефильте фиш.